С марта по май на Кубани введен запрет на любительскую и спортивную ловлю рыбы. В это время идет нерест рыбы. Сотрудники полиции сейчас проводят рейды по выявлению браконьеров и изъятию орудий лова. С начала действия запрета полиции уже раскрыто 6 случаев нарушений. По каждому факту составляются протоколы об административном правонарушении и направляются в суд. С целью обеспечения сохранности водных биоресурсов края, недопущения их уничтожения, предотвращения нанесения экономического и экологического ущерба сотрудниками отдела МВД России по городу Анапе совместно со всеми заинтересованными службами ведомства проводятся мероприятия на пресечение незаконной добычи и реализации водных биоресурсов. Особое внимание уделяется местам массовой несанкционированной торговли. 11 апреля 2016 года сотрудниками отдела исполнения административного законодательства отдела МВД России по городу Анапе проведены рейдовые мероприятия в районе рек Кубань и Старая Кубань, направленные на пресечение незаконного вылова рыбы. В ходе проведения мероприятий на одном из мостов через реку Старая Кубань выявлена гражданка, проживающая в селе Джигинка, которая с помощью запрещенного орудия лова и решетка осуществляла незаконный вылов рыбы из реки. В отношении данной гражданки составлен административный протокол по части 2 статьи 8.37 Кодекса об административных правонарушениях. Нарушение правил, регламентирующих рыболовство. Орудие лова изъято, административный материал направлен в суд. На реке Кубань в районе Анапской водонасосной станции выявлен житель села Юровка, который с помощью сети пытался совершить вылов рыбы из реки. Однако данная попытка была пресечена сотрудниками полиции. Орудие лова было изъято, в отношении гражданина составлен протокол об административном правонарушении.